Первый сезон мелодрамы под названием «Два берега» состоял из 16 серий. На протяжении этих серий зрители наблюдали сначала за развитием отношений между Михаилом, Ольгой, Варей, Назаром, Ириной. Тесно переплелись судьбы Ермаковых и Склочных. Подросли дети, появились внуки. Вновь менялась власть, происходили различные катаклизмы, а деревня Рябиновка и ее обитатели продолжали жить своей жизнью. Любить, мстить, отстаивать свои интересы. Михаил и Варя на протяжении всей жизни сохранили свою любовь. А как сложится жизнь их потомков, узнаете во втором сезоне сериала «Два берега», премьера которого назначена на сентябрь 2024 года. А чтобы быть более детально в курсе, подписывайся на наш канал.